1 мая наша республика отметит День единства народа Казахстана. В преддверии праздника областная библиотека провела тематическое мероприятие. Приглашены сотрудники полиции Петропавловска, члены городского совета ветеранов и школьники. Тема мероприятия – дружба, мир и единство народа нашей страны. Республика Казахстан – полиэтническое государство. На ее территории проживает множество этносов, которые живут и трудятся бок о бок. Особое внимание организаторы уделили истории становления многонациональной культуры. Ксения Ищенко длительное время изучает государственный язык. Отмечает, что полицейские постоянно общаются с населением и ведут документацию. Следовательно, служба требует знаний. Язык – это основа народа, основа государства, и каждый гражданин нашего государства обязан владеть государственным языком. Но у нас проходит обучение обязательное в рамках управления полицией казахскому языку. Ну, многие сотрудники владеют, ну, хотя бы на каком-то бытовом уровне государственным языком.